национальный парк в Турции, так как в этом национальном парке мы не ночевали, то нам пришлось заплатить за въезд 9 лир. То есть это примерно около 160 рублей. Вот. Вот такие водопадики. Это уже третий, который мы проезжаем, но первый, около которого решили остановиться. Вот. В общем-то, как и везде здесь, туристические места, очень даже обжитые. Вот построен такой ресторанчик. Вообще, мы проезжали и в первом, и в этом национальном парке очень много форелевых хозяйств. О форелевом хозяйстве мы тоже делаем большое видео. Номер 2, который мы посещаем в Турции, все так, как мы любим. Туманно, высоко и прохладно даже немножко. Но, в принципе, я вот в кофточке, мне нормально. Вот. То, что мы сейчас проезжали, никакими словами нельзя описать. Сплошные турки, которые приехали покушать на высоту. Ресторан, отель, ресторан. И все едят. Ну, и не оффроуд, а мощенная, в общем-то, дорожка, но очень круто поднимающаяся наверх. Вот так вот. Где-то там... За облаками рядом с нами гора 2900. Как они тут на пилях своих ехать собираются, я не знаю. Речка. Сквозь туман проглядывает гора.
водопады в этом национальном парке. Везде водопады. Ну, в общем-то, как и в любом горном, видимо, национальном парке. Пошел дождик! Бежала я в машину. Прошло буквально каких-то там минут 7-10, и стала видна гора за нами. Облачко разошлось с этой стороны. При этом гремит гром, но вышло солнышко. Сейчас мы стали выше облаков. То есть облака. Сейчас мы пойдем. Семен там уже снимает. Вот. Облако сейчас там. Моментально меняется погода. Ну, в общем-то, проезжали здесь минут 20 назад. Эту горку не было видно. А оказалось, там такой очень даже приличный водопадик. Ну ладно, нет, хорошо стояла, а все испортил. Доехали до форелевого хозяйства. Вот так протекает речка. Здесь у них ресторанчик. Все он снимает. Речка протекает дальше. А вот там, где вытекает водичка, это есть резервуары для форельки. Если присмотреться, то можно увидеть речку. Рыбки здесь много. Рыбка, 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 рыбка везде. Так, выращивают форельку. Вот там протекает горная речка. Сюда заводят водичку. Вот у них тут
дочкой покушать форельку. Вот. Здесь сидим мы, а здесь растет форелька. Вот так вот. А она там растет, а мы ее здесь съедаем.